На конкурс дети читают стихи. Шабаева Екатерина, 12 лет, школа номер 68, города Рязани. Константин Симонов, майор привез мальчишку на лафете. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста, висит царапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее место отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты знаешь, это горе понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидит этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть этими глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобой дорожили, призвал нас бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он.